Ежегодно 17 марта в Ирландии, а также во многих других странах мира проводится парад, посвященный Дню Святого Патрика. В этом году было отменено традиционное шествие, которое с 1992 года проводилось под эгидой посольства Ирландии в Москве. По словам руководителя Юлии Почифаровой, причиной отмены мероприятия стали борьба с московскими пробками и холодная погода. На самом деле планировался сегодня парад, который так очень стихийно происходит, потому что нас не очень поддержали власти московские. Но ни то, ни другое не помешало любителям ирландской культуры провести альтернативный парад. 20 марта почитатели Святого Патрика под звуки волынок и барабанов прошлись от Кремля по старому и новому Арбату. В одежде преобладали зеленые тона, как цвет национального флага Ирландии. Anyway, up and party. С Днем Святого Патрика! По окончанию мероприятия организаторы обменялись рукопожатиями и по просьбе господ полицейских разошлись.